продолжение. Вчера был выходной у тетушек. Вчера у тетушек был выходной. Сегодня у них опять рабочий день, да? Уже в жилетах они, стрики красивые. Так, где они? Так подожди, он, это же типа директор был. Ну да, уже парковщик. Это тетушка, тетушка директор, директор парковщик, да? В смысле, директор, директор зеленой жилетки, так его назовем. Прикольно. А где остальные? И все? Прикольно, да. Продолжение следует. Вчера у них выходной, да, они, видно, это. Позавчера им раздали денег, они вчера бухали день. Сегодня отошли, говорят, деньги кончились, надо ехать на заработки. Нормальные бойцы. Сейчас. Что, все, кто запустит? Кого запустит? Кого запустит? А кого им запустит? Кого? Он им пропадет, ничего не будет. Ситуація така. У мене довгий транспортер на Вересневу 24. Я зайшов сюди працювати, але люди мене випхали отсюди і займаються рукоприкладством. Ну тут виходить авторинок. Люди з авторинка. 24. Да, Вереснева 24. Да, да, да. Авторинок, да, да, да. Ну, це виходить з роботники авторинку. А ми тут на території, виходить, нас випхали і рукоприкладством займалися. А добре здоров'я? На роботі? Так, піднімають руку. Піднімають руку. Добре, дякую. Я на работе. А можно спросить, кому вы звонили? Саша, милицию. Полицию. Милицию? Полицию. Что сказали? Приеду? Да, сейчас приеду. Полиция. Вон тетушечки по нычкам прячутся. Вон еще одна. Пошла. Тетушка ускорилась. Вот две. 25, 26, 27, 28, тетушечки. 6. Перебежками. Вы седьмая? Да. Тетушки уходят. Пошли уроки делать. Надо пойти видеть машину.